Поехали. Какой автомобиль? Джип, Гранд Чироки. 2009 год выпуска. Привезли на трассу. Привезли на трассу. Проблема. Очень долго заводится. Если заводится, работает неустойчиво, оборот не принимает. Сделали тест форсунок. Льют 4 форсунки в обратку. Особо много не рассчитываем, но пытаемся воскресить. Так, вот еще раз машина. Теперь вот наше устройство. Как мы победили буржуев, гитлеровцев, с их ебаным хваленым бошем. А также все эти козлы, которые делают диагностику, купите супероборудование по охуевшей цене. Пошлите все нахуй. Все делается в полевых условиях, и все просто. Начинай. Форсуночка Bosch. Бери тазика ебош. Так и будет. Проблема с ремонтом, то есть завоздушен гидрокомпенсатор. Давай, чтобы видео не растягивать, в коротком. Можешь пока выключиться. Так, что ты сейчас делаешь? Объясняй народу. Разбираем форсуночку. О, уже батарейки садятся. Давай. Где мы перерыв? Так, пока перерыв.